стали известны соперники спутников в предстоящем сезоне. Вместе с тагильчанами в чемпионате высшей хоккейной лиги будут выступать еще 26 команд. В том числе несколько новичков из Беларуси и Казахстана. Команда «Юность Минск» и карагандинский клуб «Сары-Арка». Сезон ледовых баталий для тагильчан начинается 11 сентября матчем в Перми. Спутник встретится с командой «Молот Прикамье». Потом еще 4 выездных матча. А на домашней арене первая игра сезона состоится 27 сентября. Спутник встретится с новичком ВХЛ карагандинским клубом «Сары-Арка». Как отметили в пресс-службе хоккейного клуба, все игроки здоровы и готовы приступить к интенсивным тренировкам. Это показал углубленный медицинский осмотр. В понедельник наша команда отправилась на тренировочный сбор в Новоуральск. О спорте на сегодня все. О самом важном и интересном мире спорта расскажу завтра в это же время. Александр Сальников, Анатолий Тютин, новости спорта, Тагил ТВ.